Сейчас составы стоят на станции молодежные, куда мы с вами поедем, собственно, поэтому депо пустое. Вот. На крайнем пути мы с вами видим две автодрезины. На базе автомобиля ГАЗ-51 построенная, одна с нашего Тосовского музея, вторая с паровозного музея, забрана на детскую железную дорогу. И ближайшие перспективы будут установлены для движения по путям детской железной дороги. Мы сегодня с вами поедем на такой вот мотодрезине. Какая прелесть. Непод с прицепчиком. Она также приехала к нам на музее. Данная дрезина была найдена в конце прошлого года на одном из дачных участков вблизи коровника нашего Тесово-Никельского. Поросла. Дрезина была в таком же виде, как и сейчас, только поросла мхом, то есть и двигатель был, и все, что на ней есть, все было в комплекте, просто чуть-чуть было запущено, потому что, как рассказал ее бывший владелец, она лет 15 валялась просто вот, непонятно под чем. Вот, и усилиями наших друзей, наших коллег, дрезина была восстановлена и поставлена, скажем так, на ход. То есть вы ее купили у хозяев? Да, она была куплена и за личные средства уже дали восстановлено. Купить это несложно, а вот сделать, скажем так, восстановить это, к сожалению, затраты чуть-чуть большие. Угу. А в прошлом году на ней шлифовали? Шлифовали в прошлом году, как вам сказать, шлифовали на ней. А, вот, да, это сейчас. Давайте вот на ней, да? Вот на этой? Ну да, шлифовали на ней, это электропионерка Сергея Каремова, которая, как мы знаем, в этом году отмечается 70-летие победы в Великой Отечественной войне. И вот такой подарочек детям сделали. Работники большой железной дороги сделали импровизированную бронедрезину. Угу. Можно зайти внутрь, посмотреть, фотографироваться. Ага, вот тут движок. Это так, сидим и смотрим в окошко типа. Угу. Да, неплохой подарок. И вот так можно открыть. Да. Замечательно. Можно ехать стоя, можно ехать сидя, как угодно. То есть она здесь будет участвовать в реконструкции? Да, в реконструкциях она участвовать не будет, ввиду того, что реконструкторы не хотят ее видеть. Она не нравится почему-то. Не нравится? Управление ручное? Нет, она ездит полностью автономно. Нет, я просто смотрю, как ручку. Пульт управления. Включаем ее. Ну, покажи. Сейчас как уедет. Девушка отойдет у нас. Сейчас она не задавить. Она едет. Здорово. С управлением она самым простым, потому что есть электропривод у нее установлен. Скажем так вот. На той дрезине, на которой мы с вами поедем, ей рулить чуть-чуть посложнее. Посложнее, ввиду, да? Того, что она бензиновым двигателем от мотоцикла. Вот. Пойдемте посмотрим с вами дискодорожную гордость. Самый настоящий паровоз, да, который это стоит на задворочках далеко. А это депо построено... Это ж недавно построена железная дорога, да, в принципе? В общем, дорога, да, построена не так давно. Это вторая трасса Малооктябрьской железной дороги. В 2011, по-моему, открыли четвертый сезон года. Да, в 2011 году состоялось торжественное открытие. Вот у нас есть историческая трасса, находится в Озерках. И вот, скажем так, оснащенная по последнему слову технику трасса, южная трасса Малооктябрьская железная дорога. А какова судьба дороги в Озерках? Говорят, ее закроют. Ну, говорят, что ее закроют уже с 90-х годов. Все закрывают, да? Поэтому все закрывают и так и не закрывают. Тепловоз. И типа дровяной, вот именно. Ой, да, пардон, паровоз, паровоз, я ерунду сказал. А здесь находится у нас дрова, вода. То есть он может у нас все что угодно ехать, можно не на только углем, на дрова. Можно открыть, зайти в него, посмотреть. Ой, какая прелесть. Так, только не завалиться. Ой, самый настоящий мини-тепловоз.
бортовой журнал. Там тендер. Топить, ехать может на чем угодно, на всем, что горит. Вот, соответственно, такую чудесную технику сделали энтузиасты для детей, для детской железной дороги. Трогать, да, скорее всего, ничего нельзя. Вот такой замечательный тут тепловозик. Здесь можно посмотреть топку. Топка. Ой, топка, да. Ага, и сюда можно кинуть, в принципе, все, да, любой горючий материал. Дрова, сюда его и кидаем, собственно, из тендера. Большой, малый, это ход, большой, это ход, малый. Да. Замечательно. Сверху расположен вот серенький инжектор с кранами. Ага, это вот этот. Да, как распределительный механизм. Ага. Здесь у нас подача воды идет. Вот водомерное стекло, рукоятка газа, если это перевести на машину. Справа вот шестереночка, это реверс. А, вперед-назад едем, да? Да, мы открыли с вами реверс, открыли по полной, даем ручки, скажем так, газа. Вот этой. Регулируем давление пара, да, и после этого паровоз у нас приходит в движение. А почему Нью-Йорк здесь написано? Ну вот это, к сожалению, я вам не скажу, не я его восстанавливаю. Нью-Йорк, смотрите. Ну, наверное, такое было. Ну и, соответственно, все любят знать, как паровоз свистит. Сейчас, к сожалению, у нас нету воздуха, да, поэтому он не будет свистеть, но свистит так. Вот этой ручкой, да. В этой ручке, ясно. Потом в сухопарнике находится механизм, который регулирует поступление пара из котла в машину. Называется регулятор. Ручка, самая большая ручка на нашем лобовом листе котла, в будке. Вы ее видели. Значит, через регулятор пар из котла поступает в паровую машину. То есть, здесь мы видим рабочий цилиндр и цилиндр золотника. Золотник регулирует поступление пара. Значит, либо в переднюю часть цилиндра, либо в заднюю. Говоря, как в машине, у нас в машине 4 цикла, обычно 4 такта на 2 цикла. Значит, здесь же газы не в одну часть цилиндра поступают, и для этого, значит, служит этот самый золотник, который руководит, значит, парораспределением. Под действием пара, значит, поршень совершает возвратно-поступательное движение, которое через кривошипно-шатутный механизм, через все вот эти тяги, вышла и прочие блестящие замечательные штуки, превращает, значит, энергию возвратно-поступательное движение, включает движение колес. Значит, отработавший пар из цилиндров выпускается обратно в дымовую коробку и в трубу, создает заражение под дополнительную тягу в котле. Отработанный пар. То есть, чем больше нагрузка на паровую машину, тем больше пара она потребляет, тем больше разрежение в котле, тем больше тяга. То есть, горение, производительность автоматически таким образом увеличивается, регулируется. Сразу же вопрос, а вот это для чего? Что значит, можно уже котел открыть, правильно? Это дымовая коробка, так. То есть то, что я что говорил, значит, в этой части у нас котел заканчивается, и газы топочные из дымогарных труб, они поступают в трубу. Ага, и дымим, вот труба, да. Поэтому дымим. А вот это что за штуки, краны вон всякие, раз, два, наверху? Ну, вот это вот как раз краны, которые... Через этот кран, это, по-моему, я точно не знаю, это, по-моему, это предохранительный клапан. Нет, предохранительный клапан у нас вот. А этот кран для заливки воды, по-моему, когда паровоз полностью сухой, угу. То есть в котел нужно закачать воду. Значит, для энергия пара на паровозе используется для всего. То есть если в тепловозе, в электровозе, в трамвае у нас все, значит, управление осуществляется выключателями. Здесь везде краники. Угу. Большие краники и краники маленькие. Если мы зайдем в будку, на самом деле очень большой вопрос и большой спор. Как же в паровозе называется место машиниста, кабина или будка? Исторически правильно будка. Значит, будка. Органы управления здесь, в принципе, То есть, если я машинист, я вот здесь стою, да? Да, вы стоите с правой стороны, угу. Правым крылом, как говорят. Регулятор, который регулирует поступление пара. Паровую машину, значит, и реверс, который реверсирует паровоз вперед-назад, либо и
изменяет время, в течение которого, в течение каждого цикла поступает пар в машину. То есть, опять же, регулирует силу тяги. Чем он отличается, опять же, от традиционных, современных локомотивов? Манометр. 25, значит, максимальное 25, давление. Нет, здесь максимальное давление. Предохранительные клапана настроены на 13,5 атмосфер. Угу. То есть, если давление пара в котле превысит это значение, то вот те два грибочка, их снаружи можно видеть, они откроются, угу. И паровоз, как большой чайник, пыхнет, выпустит лишний пар в атмосферу. Это не кран машиниста? Это кран машиниста для управления воздушными тормозами. Да? Это, вот, это реверс. Это поездной кран машиниста. Это тормозимый один, да? Это обычный 394 кран с шестью положениями. Mm-hmm. Это мы тормозимым, да, да, краном машиниста? Ну, в принципе, на паровозах здесь вот этим краном пользоваться большого смысла нет, потому что, опять же, можно тормозить машиной, можно тормозить контрпаром, то есть в процессе езды чуть-чуть реверс, если отвести назад и открыть регулятор, то пар будет останавливать локомотив, то есть действовать в обратную сторону. Значит, пароразборная колонка, на которой мы видим краны, которые открывают пар к вспомогательным потребителям. Два инжектора, с помощью которых вода закачивается из тендера в котел. В котле очень большое давление, просто так туда воду попасть, забросить нельзя, поэтому с помощью специальных устройств она туда закачивается. Значит, трубочки медь? Трубочки, да, медные. Значит, вот это вот водомерное стекло. Так же, как дома в чайнике, можно посмотреть уровень воды в котле. Она почему не должна... здесь Нью-Йорк написано? Ну, потому что она там сделана. Тогда вот эти стекла. А вот стаканчик с чем-то, что это такое? Стаканчик, там инструменты. А, это в масле, плавают инструменты. Стоят. Значит, водомерное стекло, на котором мы можем видеть уровень воды в котле, он должен не опускаться ниже вот этой отметки или выше. Если он опустится ниже, то на этом же уровне находится вверх топки, то есть вот здесь уже находится вода. Если вот эта часть оголяется, там стоят специальные пробочки из легкоплавкого металла в случае какой-то аварии, то есть когда вода заканчивается, чтобы не произошло никакой аварии, пробочки расплавляются и вода заливает топку, то есть котел гаснет. А если выше? Ну, если выше, то опять же сработает клапан очень быстро. Ну, в общем говоря, ехать мы толком не сможем, да. Значит, ну, здесь этот кран на сифон, то есть дополнительный пар подается в дымовую коробку, чтобы увеличить тягу котла, быстрее его разжечь, грубо говоря, поднять давление. На турбогенератор, это, который вырабатывает электрический ток для, значит, сигнальных приборов, радиостанций и прочих, значит, потребителей. Так, ну и паровоздушный насос, который здесь можно видеть с этой стороны. Вот эта большая ребристая, вот эта большая ребристая штука, она служит. Это такая же паровая машина, как и вот эта ходовая, но она маленькая, она служит для, вот, значит, это. Да, для накачки в резервуар сжатого воздуха, для того, чтобы работали тормоза у поезда и какие-то другие воздушные, так сказать, потребители. А вот смотрите, осевое масло, там какое-то цилиндровое масло. Это все разные виды масла? Это разные так виды положено, масла, да, по составу и, самое главное, по вязкости. Значит, на паровозе здесь на осях стоят везде подшипники скольжения, потому что подшипники качения на такие нагрузки делать, ну, тогда еще делать не умели, вот, поэтому на паровозе... То есть, если я перепутаю, да, налью не то масло, будут, ну, какие-то неприятности, как минимум, да? Перегреемся, как максимум может что-то треснуть вот, от того же перегрева. Вот так вот, да. Поэтому, да, после каждой поездки машинист... А керосин тут для чего? Ну, керосин в основном это для протирки. А в одно лицо, в два лица или в три лица? Ну, вообще бригада, классическая паровозная бригада, три человека. Это машинист, помощник, машинист и кочегар. Ну вот в данном случае вообще на узкой колее обычно два человека управлялись, потому что, во-первых, небольшие скорости, небольшая мощность машины, то есть помощник успевал справляться и со своими обязанностями, и закидывать в кочегаром топку, да, топливо. Ну и опять же, здесь довольно мало места. На больших паровозах, больших, на широкой колее, там будки очень большие по площади, то есть до 10 квадратных метров, там на самых больших паровозах. Кстати говоря, площадь топки
На больших паровозах, последних серий, которые опускались, она доходила до 11 квадратных метров. А совсем прекратилось паровозное движение в Советском Союзе? Ну, оно когда? Не прекратилось, потому что, несмотря на то, что, ну, здесь, понятно, вы видели то, что паровоз эксплуатируется, также у нас есть паровозный цех в локомотивном депо Петербург, сортировочный, Московский, это станция сортировочная. Да, стоят там. Вот, а там зачем они уже нужны? Там постоянно есть горячие паровозы. Во-первых, это ретро-поездки. А, ну это только для Во-вторых, этого. Так как паровозы постоянно горячие, то есть... Паровозу вредно, когда его вот так вот он нагревают, стоит, да? Остужают, нагревают, остужают. Он должен все всегда быть он, горячим, в принципе, да? Он должен быть одной температуры, потому что металл он не любит, когда его туда-сюда дергают. Поэтому горячие паровозы, когда стоят, чтобы не стоять без работы, они иногда возят в порт на портовую ветку по нашему грузовому кольцу. Грузовые поезда чем шокируют петербуржцев. В газетах несколько раз писали, люди, мы видели настоящие паровозы. Паровоз, ну да, сейчас уже это редкость. Значит, строить паровозы закончили в 56-м году. Вот этот паровоз как раз построен почти того года. Ну, кстати, рано Чехословакии, конечно. А это сам паровоз кафе. Тендер чехословацкий, это... Ну, в общем, группа «Шкода» современная. Ну, значит, паровозы строились странами соцлагеря по единому проекту ЗП-24. То есть в Германии это был паровоз ГР, в Чехословакии КЧ, в Польше КП, у нас ПТ-4 был паровоз подобного типа. В принципе, они все практически похожи между собой, даже большинство частей вдвоем заменили. Поэтому у нас тендер. Это паровоз чешский, а паровоз, который чешский, он находится в музее колейных техники в Лавасаре в Эстонии. Там как раз тендер от нашего паровоза. То есть как бы поменялись местами. А вот эта вот дрезина, значит, будет принадлежать детской дороге? Да. Это именно вот здесь. Решение о ее восстановлении, да. Она находилась последние... Паровозный музей. Да, лет 15, я не помню, она стояла... Но она аналогичная вот этой. Да. А это Стесова приехала, наверное, мы на ней катались тогда. Да, немножко более тесненько. Ну, они похожи, да. Ну, модель одна. Паровоз вообще как будет ходить? Ну, какие-то праздники, да? Если судить по практике прошлого года, то это будет по выходным. По выходным, да. То есть к нему будут цеплять вот такие вагоны пассажирские, но потащит их паровоз. Да, но паровоз, поезда с паровозом ввиду особенностей нашей трассы, то есть так как разворотных треугольников или кругов у нас нет, они только планируются. Задом пойдет резерв. Да, да, с тендером вперед он идет резервом, и поезда у нас под паровозом ходят из Купчино сюда. Естественно, если хотите проехать или сфотографировать, ну, то да, да, только в одном направлении. Да. Обратном пути поезд пока под нет. Тепловозом идет. А почему здесь так много огнетушителей? Это такое пожароопасное производство, да, вон сколько? Или это не огнетушители? Это огнетушители, это стационарная система порошкового огнетушения. Так что понятно. Готово? Да, мы поехали. Мы уже готовы. Да. Готовы, да? Готовы. Молодцы, ура. Молодцы. Все, вперед. Мы поехали по детской железной дороге, которая открыта в Ленинграде в 1948 году. Но вот этот участок построен вроде в 2011. В общем, новье. Вот. Ясно, немного заглохли. Да. Ну, техника. Ничего не поделаешь. Техника. Можно хорошо. Что-то и заглохнуть. Все хорошо, сейчас. Нормально. Thank you.
длинной минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть гонки мирятся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. We'll be right back.
Thank you.